Начнем мы. Итак, тут на процедура у нас такая, мы ее писали в прошлые разы, что давайте возьмем группу Ли, построим касательное пространство в единице, там проведем касательные вектора прям по производным, и это будет уже линейное пространство. А там мы построим представление. Это будет представление алгебры. А потом, если удастся, если все в порядке, то мы на всю группу распространим это с помощью экспоненциального преобразования. Вот. Поэтому очень хочется это для какой-то группы реализовать, поскольку самая наша главная группа Ли, которая для всех важна, это группа вращений нашего трехмерного пространства. Мы для нее хотим сегодня эту процедуру проделать, ну или хотя бы схематически обозначить, как она проделывается. Начнем мы с алгебры угловых моментов. Ну, сначала я немножко напомню, что было в прошлый раз на предыдущей лекции. Там мы построили с вами алгебру Ли группы вращений. АСО3. Она состояла из таких генераторов И1, И2, И3. Коммутатор, который через них же и выражается. Вот такая алгебра Ли, этой группы Ли получилась. Потом мы с вами алгебру рассмотрели унитарной группой, матриц унитарных 2 на 2. Там получились такие коммутаторы. Ли, Лж равняется минус 2 Е и ЖК, ЛКТ. И вот откуда такие взялись, можно понять, если вспомнить, что у нас вот эти вот генераторы L получились такого вида И на сигма. Вот я так напишу со стрелочками. Это равенство двух операторов, которые одновременно вектора. Вектор, значит, три компонента. Сигма Х, сигма Y, сигма Z. Или X, или Y, или Z. Вот. Ну вот. Коммутатор сигма матриц мы знаем, там двойка есть, а тут еще и в квадрате дает минус 2. Вот отличается минус двойку. Эта алгебра хорошая, она уже изоморфна алгебре трехмерных векторов с векторным произведением. Ну, точно так же там все устроено. А вот эта алгебра, ну, чуть-чуть не такая, как надо. Вот не было бы минус 2, она бы тоже была совершенно хорошая, такая, как ему надо. Но это же линейное пространство. Можно делать целями всякие линейные преобразования. Если взять, сделать такое преобразование, равняется минус 2 и поставить сюда, то у нас будет 4 элиты ИТ и ЖТ. Коммутатор равняется минус 2 Е и ЖКТ на минус 2 ИКТ. Я подставил вот сюда. Вот L равно минус 2i. Каждую компоненту я поэтому написал, что равенство в виде векторов. Ну вот, теперь 4 сократилось, видите, получилось то, что надо. Получилось вот это самое соотношение 1. То есть эти алгебры изоморфны. Вот. Ну а дальше мы по этим алгебрам восстановили группу. Вот это место, мне тут вопросы задавали после уже лекции, поэтому я понял, что я слишком быстро проскочил. Сейчас я расскажу подробнее. И вот то, если у вас там непонятно записано. Значит, ортогональную матрицу восстанавливаем. Повороты на угол фи вокруг оси 2. Это будет экспонента фи на И2. Или экспонента фи вот такой матрицы. 0, 0, 1, 0, 0, 0, минус 1, 0, 0.
Давайте я еще квадратную скобку поставлю, чтобы видно было, куда фетры. Вот нам надо от такой матрицы взять экспоненты. Для этого нам надо представить себе, что это экспоненты разложены в ряд по степеням этой матрицы. И вот что я в прошлый раз не сделал, проскочил, а надо было подробнее. Посмотреть, чего равен квадрат этой матрицы, куб там этой матрицы, чтобы сразу понять, что получится, когда мы начнем суммировать ряд. И 2 в квадрате. Это будет 0,01, 0,00, минус 1,00, 0,01, 0,00, минус 1,00. Что получится за матрица? Давайте смотреть. Первая строчка только с первым столбцом пересекается, будет минус 1. Здесь ничего нету. Здесь последняя строчка тоже только с последним столбцом. Вот такая вот матрица. 2 минус 1 на главной диагонали, а в серединке 0. Значит, вот этот, это... Теперь понятно, что такое будет куб, вот эту матрицу. Ну, вот эти, будет минус 1, 1. Вот эта матрица меняет просто знаки. Следующая степень, третья, будет минус 1, 1, может, минус 1. А четвертая, это будет 1, 1. Поэтому давайте напишем это разложение. Равняется. Единичная матрица 1, 1, 1. А здесь большие нули. Плюс фи на вот эту матрицу 0, 0, 1, 0, 0, 0, минус 1, 0, 0. Плюс фи в квадрате пополам. На такую матрицу минус 1, 0, 0, 0, 0, 0. 0, 0, минус 1. Плюс многоточие. Ну, я писать не буду, но мы словами можем проговорить с какие-то следующие матрицы. Мы уже все себе представляем. Теперь смотрите, вот что будет посерединке, вот во второй строке. Во второй строке всюду будет нули, 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 во втором столбце, кроме серединного элемента. Вот здесь будет единичка, и больше ничего нигде не будет. То есть так в ответе останется в серединке единичка. То есть вот такой вот крестик я могу написать сразу. Потому что там кроме нулевой степени ничего нету посередине. Теперь давайте вот эти элементы считать. А вот здесь что будет стоять? Вот смотри, здесь будет, стоит, ну давайте вот этот вот элемент. Единица отдельно тоже, как вот здесь. Так вот посмотрим. Один, значит, будет стоять. А в нечетных степенях ничего здесь нет. А в четных стоит минус фи в квадрате делить на 2 факториал. Плюс фи в четвертой на 4 факториал. Минус многоточие равняется. Вот что будет стоять в левом верхнем углу. Ну, многие узнали, что это за ряд такой, это косинус. Теперь с правым нижним давайте посмотрим тоже. Единица в четных степенях минус фи в квадрате пополам, плюс, ну и так далее. То есть здесь тоже косинус фи будет стоять. Давайте посмотрим, что будет в нечетных степенях стоять. То есть вот в правом верхнем углу фи будет стоять. Следующий, что будет там стоять? Будет фи в кубе на 3 факториал со знаком минус. Минус, потому что вот эта матрица множится вот на эту, и будет минус 1, 1. Плюс, там, пятая степень будет опять с плюсом, будет знакопеременный такой ряд получаться. Плюс, многоточие, это будет синус фи. Ага. Значит, здесь будет минус синус фи. Синус фи. Ну, какая должна быть, ну, с альфа-2 у нас такая матрица была, такая и получилась. Вот он, поворот. На угол фи вокруг оси 2, вокруг оси y повернулись. Мы восстановили, просто убедились, что получилось то же самое. Теперь давайте в унитарной группе то же самое сделаем. Восстановим элемент вращения вокруг второй оси. Это будет u от фи равняется экспонента от фи на l 2. Это будет экспонента от фи на такую матрицу. Ну даже не надо, даже матрицу, наверное, написать. L2 это и сигма 2, да? Да. И на сигма 2 равняется.
единица плюс и фи на сигма 2 плюс и фи в квадрате на 2 факториал на сигма 2 в квадрате плюс многоточие. Смотрите, сигма 2 в квадрате – это единичная матрица. Вообще, любая сигма-матрица в квадрате – это будет единичная матрица. Поэтому четные степени собираются в один ряд такой, у которого впереди стоит единичная матрица – 1, 0, 0, 1. А такой ряд – единица. Здесь, смотрите, минус фи в квадрате на 2 факториал, плюс фи в четвертой на 4 факториал, минус и так далее. Это четные степени. Нечетные отдельно группируются. Плюс. И на сигма 2, что это за матрица такая? Это будет 1 минус 1, вот такая вот матрица. А, в ней, а при ней тоже ряд стоит. Фи. Дальше будет фи в кубе на 3 факториал. Со знаком минус, потому что там и в квадрат возведется. Ну и так далее. Там будет и фи, все в квадрате, это будет. Только единственное, что я неправильно написал, здесь стоит, сейчас, L. Нам надо, вот, я ошибся, сейчас буду исправлять. Нам надо и ставить здесь, а не L, это L пополам, минус L пополам надо ставить. Вот, вот здесь надо ставить минус 1 вторая всюду, пополам. Вот. Ну, чтобы было, чтобы можно было сравнивать, мы хотим хотели в прошлый раз одну группу на другую отобразить. Минус 1 вторая надо поставить. Тогда здесь будет, соответственно, минус и фи пополам, а тут будет минус и фи на 4 плюс многоточие. Здесь тоже будет не фи в квадрате, а фи пополам в квадрате, фи пополам в четвертой. Здесь тоже фи пополам в кубе. Но здесь минус еще будет впереди, что минус фи пополам. Равняется. Пишем матрицу 2 на 2. По диагонали стоит косинус фи пополам. А здесь стоит минус синус фи пополам. Вот у нас унитарная матрица 2 на 2 такая получилась. Вокруг второй оси на угол фи повернулись. Она от этой матрицы почти что не отличается. Ну, знак, я не знаю, я за знаком не следил. Может быть, знак даже правильный. Не в этом даже дело. Но главное отличие одно всего, что фи пополам стоит. Это значит, что если мы в этой группе начнем крутить, и фи изменится от 0 до 2 пи, так эта матрица придет минус единичный. Этот поворот будет, ну... Вот. А когда мы еще на 2π, то есть до 4π довертим, вот тогда только она обратно вернется в единичную. То вот таким образом мы с вами установили, что гомоморфизм. СУ2 в СУ3. Это двулистное накрытие. Одна группа на другую два раза наматывается пока. Да. В нечетных степенях и... Вот здесь вот. А потом, вот смотрите, сигма 2, я напомню, это будет 0, минус и 0. Тогда и на сигма 2, это будет 0, 1, минус 1, 0. Вот. Я в такую матрицу написал, уже и на сигма 2. Вот сюда я спрятал и. Понятно? Итак, мы это я только с прошлой лекции повторю. Теперь вот у нас такое свойство оказалось, что отображение, ну, такое, что группа одна два раза другую накрывает. Это накрытие называется такое отображение геометрии. А теперь мы посмотрим, как вот это свойство, то, что одна группа не совсем точно такая же, как другая, два раза ее накрывает, как это проявляется в представлениях алгебры. И мы строим, сейчас вот будем строить представление сегодня, и начнем с алгебры угловых моментов. Видите, и то, и другое свелось к формуле 1. Это вот такая же алгебра, как... векторы в трехмерном пространстве с векторным произведением. Это представление не очень удобное, представление 1. Оно
неудобно тем, что все операторы, которые туда входят, антиэрмитовы. Ну, помните, мы в прошлый раз доказывали, что антиэрмитовая матрица как раз это и есть алгебра ортогональных матриц, группа ортогональных матриц. Что нам делать? Нам удобнее иметь дело с эрмитовыми операторами, поэтому мы должны сделать вот такое же преобразование, только не минус 2, а какой-то другой лямбда. Давайте напишем, что и равняется лямбда g. Тогда, подставляя формулу 1, получаем лямбда в квадрате gt равняется лямбда e и gkt. Видите, одно лямбда сократится, если оно не равно нулю, оно не равно нулю. А на другое надо разделить. И надо взять лямбда, равное минус i, тогда получится gt равняется i, e и gk на gkt. Вот это вот 2, это называется алгебра угловых моментов. G эрмитовски сопряженный совпадает с G, потому что у нас знак менялся при сопряжении, а тут еще стоит минус I, который как раз знак обратно возвращает. Все, теперь мы перешли к эрмитовым операторам, вот поэтому их называют угловыми моментами, в квантовой механике они используются. Они веерасовые, хотя как-то с точки зрения совсем уж классической науки это, наверное, не совсем правильно было бы. Мы рассматриваем ортогональные матрицы, они над полем вещественных чисел алгебры, у них тоже совершенно вещественные, а потом мы вдруг генераторы на минус и умножаем. Ну, это уже другое поле. То есть в таких толстых математических книжках вы этого перехода не найдете. Как-то не все его считают строгим. Но все привыкли у нас в физике, всегда так делают. Такие операторы просто гораздо удобнее. Наверное, можно и строго это все обосновать тоже. Теперь мы давайте найдем оператор Казимира. Это квадратичная комбинация генераторов. Которая коммутируется всеми генераторами. Ну, на семинаре вы, наверное, возьмете произвольную комбинацию, докажете, что только при таких коэффициентах получится оператор Казимира. Мы здесь, наоборот, угадаем ответ, а потом проверим, что он правильный. Равняется для этой группы g в квадрате, то есть g1 в квадрате плюс g2 в квадрате плюс g3 в квадрате. Ну и проверим, что со всеми коммутирует. То есть, поскольку они с циклической перестановкой все друг из друга получаются, достаточно с каким-то одним проверить. Ясно, что тогда, поскольку это величина квадрат не зависит от направления, ну, он же по-другому выбрать, если это будет тогда доказательство того, что с другим коммутирует. Давайте такой коммутатор оператора этого предполагаемого Казимира G3 вычислим. Или G1 в квадрате плюс G2 в квадрате плюс G3 в квадрате на G3. Равняется. G1 в квадрате на G3. Как коммутировать? Ну, есть такая формула, которую мы в прошлом семестре повторяли. Когда коммутируем, сначала надо с произведения с чем-то, то сначала один множитель выносится, потом другой выносится. Это называется формула дифференцирования. Потому что как при дифференцировании, когда произведение дифференцируем, так и коммутируем точно так же.
Только надо помнить, что левый оператор выносится налево, правый направо. Значит, будет G1 выносится, а G1, G3 остается. Плюс G1, G3 коммутируется, а G1 направо выносится. Вот это я первое слагаемое написал. Теперь то же самое с G2. Плюс G2 на G2, G3. Плюс G2, G3 на G2. А G3 в квадрате G3 даже и писать не надо, они коммутируют, оператор сам с собой. Ну, теперь воспользуемся этой алгеброй угловых моментов 2. И вместо коммутаторов поставим их значение. G1, G3, 1, 3, 2. Это неправильная трубка. Будет минус и G2. G2, G3. Это же и на G1 правильная тройка. Значит, будет минус и G1, G2. Минус и G2, G1. Плюс и G2, G1. Плюс и G1, G2. Ну, видно, что все сократилось, получился ноль. Вот мы доказали, что G3 коммутирует аналогично или переставляет циклически, мы докажем, что с остальными коммутирует. Итак, это оператор Казимира у нас К. Второе, что нам надо для того, чтобы строить представление не только этой группы, это мы будем подробно только это рассматривать. Если вам понадобится когда-то представление другой группы, разобраться по книгам, то всегда так строится. Второе, что надо построить повышающий и понижающий оператор. И у вас одна задача будет в задании, и это надо проделать. Это такие G3, G+, равняется G+, G3, G- равняется минус G-. Вот такие операторы, которые так вот коммутируют G3. Это называется повышающим и понижающим оператором соответственно. Давайте... И мы тоже не будем подбирать в самом общем виде, а потом подбирать. Когда просто предположим, что G+, это G1 плюс и G2. А теперь проверим, что они как надо коммутируются. G3 G+, равняется G3 G1. Плюс и G3, G2. И G3, G2. Просто подставил все. Проверяем. Вот это G3, G1, это и на G2. Это мы знаем по формуле 2. А G3, G2, это G1, но со знаком минус. Плюс и... на минус и G1. Одно и то, которое перед коммутатором стояло, другое минус, и это уже сам коммутатор этому равен. Что, смотрите, получилось. Перед G1 и сократили все, получился знак плюс. То есть опять получился G+. Что требовалось доказать? Какое надо коммутационное соотношение? Почему такой оператор считается, ну, с минусом аналогичным, напишите, дома проверить, что с G- будет. То же самое, что получится, какое надо коммутационное соотношение. А для того, чтобы понять, почему-то у меня такой оператор с таким коммутационным соотношением, чтобы это не было, не висело в воздухе, давайте построим базис неприводимого представления. Неприводимое представление – это то, у которого заданное собственное значение оператора Казимира. Оператор Казимира классифицирует неприводимые представления. Вот.
Давайте пусть k на лямбда m равняется лямбда на лямбда m. А g3 на лямбда m равняется m на лямбда m. То есть у нас есть два оператора. Вот g3 и оператор Казимира. Они коммутируют, значит, у них можно найти общие собственные векторы. Собственные значения у них будут по отношению к оператору Казимира лямбда, а по отношению к оператору G3 собственное значение m. Давайте мы этот самый, так и обозначим лямбда m, вот эти вот функции, которых вот такие вот собственные значения. Можно было какими-то буквами их обозначить, пси лямбда m, да, чтобы такое обозначение, какие-то обозначения, ну, просто взять лишнего не писать. Вот такие вот, вот эти вот лямбда m, вот эти вот функции, они и есть базис. При одном лямбда. Другое лямбда, там опять базис другого уже неприводимого представления будет. Давайте посмотрим, как действует оператор g плюс на такую функцию. На квантовой механике говорят состояние. G плюс на лямбда m. Как узнать? У нас есть оператор g3 замечательный, который внутри этого представления всегда как собственное значение m имеет. Давайте подействуем вот на этот вектор вектором g3, оператором g3. Что у нас будет? А мы знаем коммутатор. Можем их переставить местами. Равняется g плюс g3. А здесь будет из коммутатора видно g плюс g3, g плюс, g плюс, g3, плюс, g плюс. Вот так. На лямбду. Воспользуясь коммутатором, мы можем написать. А теперь смотрите, у нас G3 действует на лямбда m, дает, выдает m. Теперь мы уже знаем, как действует. Вот здесь мы не знали, он же через G плюс не перескакивает. А тут он прямо куда надо, вот прямо сюда и действует. Получится m плюс 1 на g плюс лямбда m. Смотрите, что получилось. Мы оператором g3 подействовали на этот вектор, пока неизвестный нам, и получили m плюс 1 на этот же самый вектор. Значит, у этого вектора m плюс 1, второе число, которое там стоит, оно должно быть m плюс 1, чтобы так вот получалось. То есть отсюда можно заключить, что g плюс на лямбда m равняется, ну давайте коэффициент какой-нибудь введем, bm, на лямбда m плюс 1. Пусть лямбда запятую поставил, ну, можно и не ставить, какой-то там пробельчик поставить. То есть мы просто доказали, ну, коэффициент мы не знаем, но по крайней мере g плюс на вот это будет с каким-то коэффициентом вот в состоянии с m на единичку большим. Ну, давайте теперь g 3 на g минус лямбда m подействуем. Это будет g минус на g3. Теперь в силу второго коммутационного соотношения, смотрите, минус g минус. Минус g минус на лямбда m. А теперь уже у нас g3 стоит справа, куда надо, туда и действует. Мы уже знаем, просто m туда появляется и все. Уже в правильном порядке все стоит. Равняется. По крайней мере, в удобном для нас получается m минус 1 на g минус на лямбда m. Вот сколько просто. Таким образом, если вот g минусом подействовать на лямбда m, этот же вектор умножен на n минус 1. Значит, у него второй параметр в этих скобках, да, треугольных, это как раз m минус 1. То есть отсюда следует, что g минус на лямбда m равняется am лямбда запятая m без единицы. Вот почему они называются повышающий и понижающий оператор. Один m на единицу уменьшает, а другой m на единицу увеличивает. Иногда, наоборот, вот это вот
является определением повышающего, понижающего. Вот коммутационные соотношения доказываются. Ну, не важно, что считать определением, важно по существу. Вот. Либо определяйте повышающие и понижающие, как те, которые удовлетворяют таким коммутационным соотношением, либо те, которые вот, повышают и понижают М. Ну, тут в качестве замечания скажу, что если М не на единицу, а на двойку там, или на тройку повышает, все равно он повышающий, конечно, называется. Теперь мы можем нарисовать. Вот у нас лямбда М уровень. Или собственная функция с такими вот собственными значениями. Вот следующий. Вот лямбда М плюс 1. А здесь следующий. Это лямбда М минус 1. Лямбда М минус 2. И так далее, и так далее. Вот это все называется лестница состояний. Вопрос. Эта лестница обрывается или она бесконечно продолжается и туда и обратно? Вот мы, нас интересует, конечномерные непереводимые. Представляете, бесконечномерные тоже могут быть, мы сейчас их касаться не будем. Бесконечномерным. Конечномерно. Конечномерно это значит, что вот, вот этих вот с разными m должно быть конечное число, сколько-то штук. Это не с квантовой механики. Видите, это чисто формально мы сейчас рассуждаем. Мы квантовую механику не трогаем. Может, вам там это раньше рассказали, но это не значит, кто-то оттуда берется. Это сугубо математическая вещь. Итак, пусть давайте найдем. Давайте я напишу. Обрывается ли лестница? Вопрос. Вопрос. Я напишу, что мы ищем конечномерное представление. Я буду сокращенно писать НП, неприводимое представление. Итак, нам надо проверить, вот, не обрывается ли эта лестница, в каких условиях это, и мы же внимательно смотрим. Для этого мы сначала посчитаем вспомогательные величины. Или как лемма бы это называлось, да? G плюс, G минус, вот такие вот величины. G плюс это G1 плюс и G2. А G минус... Это же 1 минус и же 2. Это будет же 1 в квадрате плюс же 2 в квадрате. А вот перекрестные, смотрите, поскольку они не коммутируют, то так надо честно написать, как получилось. И же 2 же 1 минус и же 1 же 2. То есть плюс и же 2 же 1 коммутатор. А коммутатор, мы знаем формулу 2, можем выразить опять через генераторы. Алгебра угловых моментов равняется. Давайте g1 в квадрате плюс g2, вот так напишем. G в квадрате минус g3 в квадрате. G в квадрате это k, это оператор Казимир. Плюс и на g2, g1... G3. А это будет 2, 1, 3, это неправильно. Минус И на G 2, 1, 3, да? То есть G в квадрате минус G3 в квадрате плюс G3. Теперь g минус g плюс посчитаем. G минус g плюс равняется. G1 минус и g2. На g1 плюс и g2 равняется. Опять будет в квадраты. Теперь на перекрестные посмотрим. Будет минус и g2, g1 плюс и g1, g2. То есть будет. Точно так же, только знаком минус будет стоять коммутатор. G2, G1.
Все то же самое, только знак минус впереди. Теперь равняется. Опять же, g в квадрате минус g3 в квадрате. Это мы записываем. g1 в квадрате плюс g2 в квадрате. Так. Минус и на минус и g3. Будет g в квадрате минус g3 в квадрате. Минус g3. Вот мы посчитали вспомогательные комбинации. G плюс, G минус, G минус, G плюс. И теперь, значит, давайте решать ту задачу, которую мы поставили. При каких условиях лестница обрывается сверху? Верхняя ступенька. Лямбда. М. Макс. Пусть такое максимальное М существует. Тогда, если подействовать повышающим оператором, получится 0. Уже все, дальше ничего нету. G плюс. На GM макс равняется 0. Давайте обозначим M max. G маленькая. Чтобы не писать 4 буквы, да еще одну букву M два раза, вот для краткости G используют. А теперь давайте вот как с этим равенством как-то поработаем. Давайте умножим это на G минус. Мы не случайно вспомогательные тут считали. То есть подействуем оператором G минус слева, палочка здесь, все. Прямо на это равенство на левую и правую части подействуем. Но мы знаем, g минус, g плюс чему равняется. Вот чему. Вот у нас ответ. g в квадрате минус g3 в квадрате минус g3 на лямбда g равняется нулю. А на правую часть на ноль подействовали, ноль и остался. Мы специально вот это долго тут две строчки манипулировали, чтобы все выразилось через те операторы, от которых мы собственное значение знаем. А g в квадрате собственное значение будет лямбда, а g3 в квадрате будет m. M в квадрате. А g3 без квадрата будет m. Ну, m макс, оно же g, да? Лямбда минус g на g плюс 1. Вот это вот на лямбда g равняется нулю. Значит, лямбда вот чему равно. Лямбда равняется g на g плюс 1. Мы нашли лямбду. Даже более того, мы можем переобозначить наше состояние, наши функции собственные. Первым числом не лямбда будем, а g ставить. Ну, лямбда это g на g плюс. Они пересчитываются друг друга простой формулой. Перейдем вот от лямбда m к gm, где лямбда g связаны вот этой вот формулой. Просто этим максимальным m, который есть m max, и будем нумеровать вот эти функции. Одно и то же g означает, что мы находимся в одном непереводимом представлении, которое мы строим. Пока еще не построили, но будем надеяться, что оно существует. Теперь давайте нижняя ступенька. Нижняя ступенька. Это g m min равняется, ну, g минус, если подействовать, получится 0. То есть, если дальше понизить, то все уже. Если m еще на единичку уменьшить, там уже ничего не будет, вот по нашим формулам. Прекрасно, давайте теперь g плюс подействуем на обе части. Получится. Теперь по верхней строчке, вот мы тоже знаем, что получится. Будет лямбда минус m макс в квадрате плюс m макс
на вот это вот лямбда n мин равняется нулю. Отсюда круглая скобка равна нулю. Вместо лямбда надо поставить g на g плюс 1. Получится m макс квадрат. Здесь? Где минус? Ну, не максимум, а минимум. А, минимум, извините. А, это правильно, 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 правильно. Правильно, правильно, правильно. Минус m мин. И минус g на g плюс 1. Вот. На m мин получилось квадратное уравнение. Последние усилия, и мы его сейчас решим. М мин равняется 1 вторая плюс-минус корень из 1 четвертая плюс g на g плюс 1. Сходу решили квадратное уравнение. А теперь же немножко приостановились и смотрим. Если внимательно посмотреть, то под корнем квадратным у нас полный квадрат как раз собрался. То есть будет 1 вторая плюс-минус g плюс 1 вторая. Ну, то есть есть два корня. Давайте их так в единодушие напишем. Со знаком минус будет минус g, а здесь будет g плюс 1. Со знаком плюс будет g плюс 1. Нас интересует только верхний корень, потому что нижний корень, он больше, чем g макс. Чем m макс, извините. Вот это вот уходит из такого условия, что m макс должно быть хотя бы больше или равно m мин. Я уж не буду строгое неравенство писать, хотя бы больше или равно уж точно. А тут строго меньше корня. М мин равняется g плюс 1. Значит, только другой вариант. Итак, отсюда следует, что м мин равняется минус g. Итак, вот они условия. Их вполне выполнить можно при каждом g. И у нас получается неприводимое представление состоит из... Ну, точнее, базис неприводимого представления состоит из 2g плюс одной функции. M равняется минус g и так далее 0, и так далее, запятая плюс g. Вот от минус g до плюс g m меняется. Всего 2g плюс одно значение. Это вот столько ступенек у лестницы. Функции напишу в скобках ступенек. Всего 2g плюс одна функция. Это количество функций, количество ступенек этой лестницы. То есть это целое число. Тогда g какое? Целое? Либо полуцелое? Целое либо полуцелое число. Теперь, как эти функции будут меняться? Вот мы потом эту алгебру начнем на группу раздвигать. У нас будут такие функции e в степени и m фи. Давайте опять фи изменим на 2π. Ну, эта функция будет все нормально, не изменится, будет 2π периодическая, если m целая. А если m полуцелая, то она станет минус единица. Давайте я напишу f от φ, вот эта функция, вот такая вот, fmt от φ. fmt от нуля равняется единице, fmt от 2π
равняется единица, если m целое, и минус единица, если m полуцелое. Может ли у нас наша функция какая-то в нашем реальном мире менять знак при повороте на 2π? Помните, мы еще в прошлом семестре это 3 раза обсуждали, когда говорили про разделение переменных. Ну, на 2π повернули, это же настоящая координата сферическая, да? Не может так быть, чтобы функция изменилась при повороте на 2π. Это было бы там то же самое, что я бы повернулся сейчас вокруг своей оси и увидел бы здесь другую аудиторию. Не может такого быть. Поэтому при повороте на 2π должна быть единица. Вот это вот быть никогда не должно. Таким образом, полуцелых m не бывает. И же тоже полуцелых не бывает в группе вращения SO3. Вот. Вот так получилось, что мы все строго, когда делали, у нас получились целые либо полуцелые. А потом из простых рассуждений у нас получилось, что никаких полуцелых вроде быть не должно. Вот как согласовать эти два утверждения, как разрешить этот парадокс, будем уже после перерыва обсуждать. Перерыв. Парадокс состоит в том, что из простых пальцевых соображений, потому что я когда повернулся на 360, должно быть все то же самое. Это наша полярная координата φ. Не может быть какая-то функция, не может изменить знак при повороте на 360 градусов. Из этого следует, что жи должны быть только целыми из рассуждения. А вот из формального доказательства операторным методом следует, что либо целые, либо полуцелые. Теперь из этого давайте заключим, вот из того, что так получилось, что мы строили представление группы вращений. Но поскольку мы строили представление алгебры, алгебры у них одинаковы, мы получили представление унитарной группы. И все эти представления, которые мы получили, это представление алгебры унитарной группы. И только половина из них является представлениями группы вращений. Давайте запишем это. Все неприводимые представления группы SO3 имеют нечетную размерность. То есть G, когда целый, вот получается 2G плюс 1, тогда нечетная. И это вот представление группы SO3. А вот те остальные, которые неправильно себя ведут в зависимости от угла, они не являются представлениями группы вращений, но являются представлениями унитарной группы. А вот в представлении унитарной группы могут быть нечетные размеры, нечетные, какие хотим, такие строим. Нет ли здесь какого-то противоречия с нашими пальцевыми рассуждениями по поводу полярных координат? Нету, потому что SU2, она в квантовой механике что-то описывает. То есть в квантовой механике есть волновая функция. У нее при повороте на 2π, предположим, знак меняется. Ну, наблюдаемый – это всегда матричный элемент. Там есть пси и пси сопряженные. Когда мы у пси сменим знаки, то у матричного элемента знак не сменится. И все будет нормально. То есть волновые функции могут так себя вести, могут менять знак при повороте на 2π. А настоящие физические величины не могут, конечно, меняться никак. Иначе это будет странно. Вот. Итак, половину программы сделали. То есть мы от алгебры построили представление, теперь хотим построить представление группы. То есть нам надо взять эти все матрицы, ну, скажем, если группа вращений нас интересует, только нечетной размерности, и взять от них экспоненты. Вот. Ну и
потом у нас будет вот это представление. Мы этого до конца как бы делать не будем, но чтобы понять все-таки, что за функции будут там получаться, давайте сделаем специальный расчет. Называется «Базис неприводимого представления». Базис неприводимого представления состоит из собственных функций оператора Казимира, которые одновременно являются собственными функциями. Вот. Ну вот в таком алгебраическом виде, в котором мы доказывали, не очень удобно, непонятно, какие же собственные функции будут. Поэтому давайте по-другому реализуем вот эту самую нашу алгебру. Построим представление на функциях. Пользуясь такой формулой, что как действует элемент группы на функцию f от r. Это будет f от g в минус 1 на r. Мы с вами уже ее проходили. Именно g в минус 1, надо поставить g, так потом еще одной функции h по действию, они там в неправильном порядке станут перед r. А вот когда минус 1, это все в порядке. Это самосогласованное такое определение. Ну и с геометрическими соображениями оно согласуется. Давайте повернем на угол альфа 1 вокруг оси 1. Вот то, что мы матрицы такие большие писали, которые состояли из косинусов и синусов, на f от r от x, y, z. Вот по этому определению действуем, напишем функцию, от чего получится. Если мы вокруг оси x поворачиваем, то x не изменится. Будет f от x, запятая. Вместо y и z станут их линейные комбинации. Y косинус альфа 1 плюс z синус альфа 1. Минус y синус альфа 1 плюс z косинус альфа 1. Вот такая функция получится по определению. Теперь давайте на эту функцию слева здесь по действующим операторам d под альфа 1. То есть продифференцируем по альфа 1 левую и правую часть. У нас будет что? dg под альфа 1 на f от x, y, z равняется. Значит, сначала надо f продифференцировать по второму аргументу, а потом второй аргумент по альфа 1 будет минус y синус альфа 1 плюс z косинус альфа 1 df под y плюс. А теперь наоборот, вот это продифференцируем по альфа 1 будет минус y косинус альфа 1 плюс z синус альфа 1 df под z. Чтобы перейти к генераторам, надо еще положить альфа 1 равное нулю. Там у нас, помните, эта матрица поворота в единичную превращалась при нулевом угле поворота. Поэтому давайте еще возьмем альфа 1 равное нулю. Тогда здесь вместо производной станет генератор и 1 на f равняется. Синусы все обращаются в ноль, а косинусы в единицу. Будет z df под y минус y df под z. А теперь последний шаг. Он уже совсем простой, выкладок не требует, но некого воображения. А представьте себе все то же самое, только без функции. Уберем функцию, напишем, чему равен оператор и вот этот, и один. Напишем все то же самое, только без функции. Получается, что и один равняется, я еще переставлю, слагаю, минус y d под z плюс z d под y.
Вот то, что я говорил, представление на функциях. Вот, вот представление на функциях от трех переменных, вот так будет выглядеть генератор E1. Я специально написал слагаемые в другом порядке, чтобы потом проверить, какая тройка-то у нас получилась, правильная или неправильная. 1, 2, 3. 1, а там в левой части, а тут 2, 3. Значит, вот это вот одна компонента от такого выражения и равняется минус r векторно умножить на набла. А в набла я стрелку не ставлю, у нее и так верхняя часть острая. Вот получилось вот такое вот векторное произведение. Я мог оси по-другому обозначить, то есть фактически я уже не буду дифференцировать, когда у нас вокруг оси Y и вокруг оси Z поворота. Будет то же самое получаться, такие же выражения. Ну и давайте убедимся, что кому-то, чему равны коммутаторы от этих выражений, что они такие же, как у нас были по формуле 1. И 1, и 2... равняется минус y d под z плюс z d под y. А и 2 это y d под z, z d под x плюс x d под z. И 2 это z d под x, да. Вот такой коммутатор хотим посчитать. А у нас некоторые слагаемые с некоторыми просто коммутируют, их вообще писать не надо, да? А некоторые не коммутируют, зацепляются. Например, те, где есть z и d под z, вот те зацепятся, и там коммутатор какой-то получится. Вот, например, вот это вот d под z, z вот здесь. Вот этот, например. И все. Надо написать всего два слагаемых. Пользуюсь теоремой дифференцирования, вот тем, что там надо это прокомить, потом это, в какую сторону выносить, не забываем. Получается. Здесь минус y выносится налево. D по dz плюс стало z. Осталось. А d по dx выносится направо. D под z, z зацепились, у них какой-то коммутатор. Ну, не буду от вас скрывать, он равен единице. А здесь, значит, вот теперь верхнюю вот эту скобку, плюс. Здесь что стоит? Тут, вот смотрите, d под y теперь выносится направо, вот он стоит справа и направо. X выносится налево, а здесь стоит z, d под z. Вот этот коммутатор равен единице. Вот, соответственно, равен минус единице, потому что они стоят не в том порядке. Таким образом, получается у нас минус x d под y плюс y d под x. А это что? Это у нас мы знаем, что это такое. Это E3 получилось. Равняется E3. Ну, поскольку мы никто не знает, какую ось мы обозначили первую, какую вторую, какую третью, мы можем циклически переставлять и остальные соотношения получить. Так у нас получились правильные соотношения. Когда я первый раз когда-то это проделывал, для меня это было чудом. Да? Какие-то матрицы коммутируешь, тут дифференциальный оператор, и получается ровно то же самое. Потому что алгебра и должна быть той же самой, независимо от представления. Так доказать это легче, чем осознать, что в алгебре и матанализе получается совершенно одинаковый ответ. В 30-х годах где-то было осознано. Теперь все, мы вот знаем алгебру. Теперь нам осталось только вывести в формулу для оператора Казимира, чтобы найти его потом собственные функции, которые одновременно являются для E3 собственными функциями. Наверное, последняя сложная сегодня выкладка будет между матанализом и алгеброй.
оператор Казимира К равняется. Ну, давайте напишем. Ну, это минус оператор Казимира, что вот эти и будем складывать. Ну, наши же отличаются буквочкой и от этих и. А минус оператор, оператор Казимира у нас сумма же в квадрате, а это будет такой. Ну, это не важно, ну, так. Это будет минус R умножить на набло, все в квадрате. Вот. Давайте к компонентам перейдем. Минус в квадрате не будем писать вообще, а перейдем к компонентам. Компоненты набло, это набло 1, набло 2, набло 3. Компоненты R будем x, y, z, или x1, x2, x3, как Ландау Лифшица обозначает. Будет Е и ЖК Х и Т набложи Т Е ЛМК Х МТ наблока Т. Я просто написал в компонентах векторное произведение. А теперь смотрите, по последнему индексу они там суммируются, эти Е и ЖК, это символ Левичевита. А первые четыре символа, два у одной, два у другой, они стоят свободными. Это величина четвертого ранга, она должна выражаться через дельта символа Кроникера обязательно. Давайте выразим через дельта символа Кроникера. Получится X, и Т набло Ж, Т. Л. А, понял, не К и М, конечно же. А Л и М. Да. Здесь Л, здесь М. Правильное замечание. Х и Т набло Ж, Т, Х, Л, Т набло М, Т. А здесь будет стоять дельта и Л, дельта Ж, М. Минус дельта и М, дельта Жиль. Такая комбинация с четырьмя всегда выражается через дельта-символы. Такие и перекрестные дельта-символы, тут знак минус, чтобы антисимметрию Е и ЖК-то и учесть. А дальше впереди может быть какой-то коэффициент есть. Вот надо просто просуммировать по всем индексам, убедиться, что никакого коэффициента нету. Итак, ну я думаю, что вы тоже что проходили, не будем его выводить, да? А теперь смотрите, давайте, нам надо вывести, что будет с этим оператором-то. Значит, первое, вот, и, вот здесь, и равно L, вот эти иксы с одинаковыми индексами. Давайте напишем xi на обложи, xi на обложи, вот так вот. Минус. Втором, наоборот. И равно m, вот у икса первого и последнего набло одинаковые. Иксы, а тут иксжи набложи, так точнее наоборот, набложи иксжи. Вот так вот. Набло и. Вот все, теперь дельта символами мы воспользовались. Теперь давайте посмотрим. Вот у нас иксы надо поставить слева, а наблы все справа. Вот здесь вот набло икс, надо их прокоммутировать. То есть одно слагаемое, когда x просто выносится, а другое, когда набло на x действует, это будет дельта символ. Равняется. Xi набложи. Это когда просто x налево. А теперь, когда набло действует на x. Плюс xi дельта и ж набложи. Минус. Тут тоже должно быть такое, когда x выносится, x, y, z, набло, и, набло, g. В каком хочу порядке набло пишу. А я набло с x не имею права переставлять. Минус. А теперь, когда набло на x действует, ну это просто будет дивергенция r, да? У них одинаковый индекс, и одна на него идет. Дивергенция r зависит от
пространство. В трехмерном пространстве дивергенция, наверное, тройка всегда, да? Минус 3, х и на блы. Ну, х и на блы, вот здесь вот она тоже получилась. Плюс единица и минус двойка. Это вот r на бла. Оператор, который вам часто попадался в прошлом семестре, например. Теперь давайте, чтобы эти вот выражения страшные написать более-менее компактно, перейдем к какие-нибудь подходящие координаты. Давайте перейдем в сферические координаты. В этих координатах r набло это просто r d по dr. R направлен по радиусу, да? Поэтому вот это просто производная по направлению вдоль r. Вдоль r это вот она, r d по dr. Не надо писать векторов. Зачем эти координаты и удобны? Равняется. Итак, пишем. Здесь будет x это r в квадрате. На лаплосиан. Набло жит это просто лаплосиан. Плюс r d по dr минус, вот тут я даже не знаю, как это написать, пока оставлю по-старому, xy, xg, набло и набло g, минус 3 r d по dr. Ну вот здесь вот это вот сократилось, и здесь стало минус 2. Равняется. Давайте напишем лаплосиан. Мы его с прошлого семестра помним. Ну и с других всех курсов. Нет ни одного курса на физфаке, где вам этот лаплосиан не выписывали. Это самая распространенная вещь, это вот сферический лаплосиан. Будет d2 по dr дважды плюс 2 делить на r d по dr. Вот этот вот коэффициент, как вы помните, зависит от размерности пространства. В трехмерном это двойка, в двумерном это единица, единица на r. Там функции Бесселя получились. В четырехмерном будет тройка, вообще легко догадаться. Плюс угловой лаплосиан, деленный на r в квадрате. Я выписывать не буду, вы помните, что у нас такое было выражение для углового оператора Лапласа, который по другим сферическим координатам, по тета и фи, два раза дифференцируют. Минус 2r d по dr. А теперь смотрите, здесь вот последний, который нам... Это тоже будет r d по dr, d по dr. Минус r в квадрате d2 по dr дважды. Вот у нас пока громоздкое выражение, но уже оно написано в хорошей системе координат, и мы сейчас сообразим, что с чем сокращается. 2 делить на r d по dr еще на r в квадрате умножается. Вот она, смотрите, здесь минус 2. А с этих в точности сократились. Теперь давайте на вторые производные посмотрим. R в квадрате, d2 по dr. И здесь r в квадрате со знаком минус. Вот это вот в точности сократилось вот с этим. И в том, что осталось, еще r в квадрате сократился. Равняется дельта с индексом омега. Получился просто угловой оператор Лапласа. Теперь нам надо, чтобы найти собственные функции оператора Казимира, надо просто для оператора Лапласа углового решить задачу на собственные функции. Дельта омега в пси равняется лямбда пси. Ну, для операторов второго порядка надо повозиться, чтобы решить задачу. Но, к счастью, мы ее с вами уже решали. В первом семестре мы целую лекцию потратили, когда решали задачу о движении в центрально-симметричном поле, уравнение Шрёдингера для центрально-симметрии. В центральном поле оказалось, что там переменные разделяются. В разделе разделения переменных это было. И там получается от угла фи зависимости e в степени мфи, от угла тетта присоединенные полиномы Лежандра у нас получились. И в целом у нас получилось, что собственные функции – это сферические гармоники
ПЛМ, это присоединенные функции Лежандра, они там дифференцированием по синусу тета, по косинусу тета подходятся от этих, от обычных ПЛМ, а те в формуле Родриго находятся. Вот берем этот присоединенный, но сверху там стоит модулем, умножаем на e в степени мфи и правильный нормировочный коэффициент, чтобы они там были нормированы как надо. И все, вот это вот сферические гармоники. А лямбды, мы тоже с вами на этой длинной лекции вот долго считали и получили, что лямбда это минус L на L плюс 1. Раз. А это собственные функции оператора Казимира. А давайте еще проверим, что у них определенное значение M. Ну, конечно, вот мы прямо так их и выбирали, что у них определенное значение M. То есть они являются собственными функциями G3. Значит, Y и LM, это как раз вот и есть эти самые LM, вот эти функции. Ну, вместо G там стоит L. Там целое, там нет, для полуцелых они не годятся. Они только для группы вращений. Они образуют базис неприводимого представления. Y и LM от это фи образуют базис неприводимого представления алгебры SO3. А значит и группы SO3. Теперь, ну, как возьмем это самое, эти матрицы наши по бесконечно малого поворота, генераторы растащим с помощью экспоненциального преобразования на всю группу, а базис-то останется тем же самым, собственные функции оператора L, E в степени L, одинаковые. Счастье вот тут. Мы дальше только рассуждениями больше ничего не делали и сразу нашли базис неприводимого представления группы. Сами матрицы мы выписывать не будем, хотя был год, когда мне сказали, что вот в шестой группе эти матрицы нужны. Ну, и там уже я в письменном варианте лекции такое приложение к этой лекции включил, где они выводятся. Это такая рутинная матфизика, там надо решить уравнение, и получается там какие-то ортогональные полиномы там в качестве решения. В общем, то, что примерно то, что мы делали в том семестре, ничуть не сложнее. Вот. А я вместо этого лучше приведу какие-то примеры неприводимых представлений, которые мы сегодня нашли. Третий пункт. Примеры. G равно нулю, самый простой пример. Все матрицы 1 на 1 должны быть 2G плюс 1 равно единице. Все элементы группы G отображаются в единичку. В матрицу 1 на 1 равно единице. Это мы называли единичное представление. Оно всегда есть. А вот в этой в теории непрерывных групп это называется скалярное представление, естественно, потому что это некое число, которое никак не преобразуется при вращениях. Ну, сами знаете, в чем недостаток скалярного представления. Оно не является точным. То есть это гомоморфизм, но он не является изоморфизмом. Он не является изоморфизмом. Чтобы это стало изоморфизмом, надо большие размерности брать. G равно 1 второй. 2G плюс 1 равно 2. Это вот
d одна вторая, это значение. Ну, d одна вторая, это представление с g равным 1 второй. Оно двумерное. А двумерное – это четное число. Значит, это не является представлением группы вращения СО3, но является представлением унитарной группы. Что сокращенно? НП СУ2, но не является НП СУ3. Это те самые матрицы 2 на 2, которые мы с вами писали. А, Б минус Б сопряженное А сопряженное, помните? Матрицы 2 на 2. Представление, которое точное представление наименьшей размерности, называется фундаментальным представлением группы. Значит, наша d одна вторая, а вот это фундаментальное представление группы. СУ2. Унитарной группы. Ну, поскольку у нее четный размер, а группа ортогональных матриц, она не годится из-за того, что у нее четная размерность. А вот для унитарное – это фундаментальное представление. Пример такой может быть, что d одна вторая от x1, x2, x3 равняется x0 плюс и x4 плюс и x3, вот так вот, x2 плюс и x1. Минус x2 плюс x1 и x4 минус x3. При условии, что x1 в квадрате плюс x2 в квадрате плюс x3 в квадрате плюс x4 в квадрате равно единице. Всего три координаты настоящих, а одна через них выражается x4. Вот этот пример этого такого представления. Ну, это же зависит от параметризации, от того, как мы координаты в группе ведем. Один из вариантов такой, но главное, что матрица 2 на 2, и мы такую проходили. Вот оно фундаментальное представление. Другой вариант. Такой. D1 вторая от тета фи и пси равняется косинус тета пополам на е в степени фи минус синус тета пополам на е в степени пси. А теперь надо их поменять местами, знак сменить, если сопряженные. Это будет синус тета пополам на е в степени минус и пси. А здесь будет косинус тета пополам на е в степени минус и фи. Ну, теперь давайте посчитаем определитель. Видите, он равен единице. Все в порядке. Три параметра тета, фи и пси. Это и есть углы Эйлера. Вот можно через углы Эйлера. Вот тогда будет такая матрица конечного поворота. Все зависит от параметризации в группе. G равно единице. А 2G плюс 1 равно 3. Матрица 3 на 3. Ну, это мы знаем, эти матрицы. Это G от альфа-1, альфа-2, альфа-3. G от альфа-1, альфа-2, альфа-3. Ну, помните, мы их написали, три матрицы, но не стали перемножать.
отдельные полпары бы понадобилось, чтобы написать. Доски бы хватило. Ну, где-то там минут 40, мы бы написали огромный правильный ответ, но смысла в нем особого нет. Выписывание. Надо представлять его структуру. Но в большинстве книг все-таки он приведен, вот имейте в виду. Как открываете книжку, там они всегда написаны, эти матрицы. Это называется векторное представление. Векторное представление является неприводимым представлением как группы вращений, так и унитарной. С целыми, может быть, моментами, может быть, и другую группу представлений. Но для группы вращений это наименьшая размерность, где есть точное представление. Поэтому это фундаментальное представление СУТ. Тут две новости. Во-первых, почему мы это вот не проходим D-матрицы Вигнера, которая является матрицей конечных поворотов, там, да, у Лившица рассказано, там, как она выводится. Потому что мы можем... Ну, матрица нам все равно же нужна будет. Мы должны след посчитать. Нам же характер-то всяко нужен этого представления. Оказывается, никаких проблем. Характер мы можем посчитать в какой-нибудь такой системе, где базис выбран специальным образом, наиболее удобным для нас. Вот смотрите, наш базис – это Y или M. Значит, представление любой размерности группы вращений, то есть нечетной размерности. Можно написать такую матрицу. G от φ равняется e в степени emφ 1 e в степени минус emφ. Это в базисе, где вокруг оси Z на угол φ происходит поворот. Матрицу конечного поворота можно выбрать в таком виде. А теперь можно посчитать характер. Φ. Давайте здесь напишем L. Потому что M – это текущий индекс. G – LT, здесь φ – LT. От φ равняется E в степени и Lφ. Плюс многоточие, плюс один, плюс многоточие, плюс e в степени Lφ. Вот он характер. А дальше, после того, как характер мы посчитали, нам уже и не важно, в каком базисе мы работали. Характер-то от базиса не зависит. Пусть там мы выпишем матрицу, в которой три угла, там тета, фи и пси, там какие-нибудь углы Эйлера, правильные, с параллельной примитивностью. А характер-то, след-то остается тот же самый, поэтому та матрица сложная, которая есть в Ландау и Лившице, матрица Вигнера, нам не понадобилась. Мы же характер изучаем. Вот характер уже готов. Если время есть, то я... нет уже времени. Я бы посчитал. Ну, в следующий раз посчитаем. Это арифметическая, геометрическая прогрессия. Ее еще можно просуммировать, можно формулу вывести. Может, вы на семинаре тоже увидите. Итак, теперь G равно 2, 2G плюс 1 равно 5. Тензорное представление. Тензорное представление. Ну и все с более высокими, 7, там, 7-мерные, 9-мерные, это все тензорные. Просто тензоры разного ранга. Это тензор ранга 2. Следующая лекция будет целиком про тензорные представления. Но вот здесь в качестве примера только скажу, что у этого тензорного представления всего 5 компонент. То есть m равно от минус 2 до 2, любые целые значения. Да? Минус 2, минус 1, 0, 1, 2. 5 компонентов. А вообще-то у симметричного тензора второго ранга должно быть 6 компонентов. Куда шестая делась? Это неприводимое представление. А эти матрицы
помните, мы тоже в прошлый раз в самом общем виде для произвольной ВН учили, что они не просто антисимметричные, они должны быть бесследовые, да, вот это бесследовый тензор. Всего 6 компонентов симметричного тензора, если он еще и бесследует, то 5 независимых компонентов. Вот они 5 и есть. Они, значит, в некотором байсе они должны выражаться через Y2, M. Вот через эти сферические гармоники. И последнее замечание, которое в этих примерах надо сделать. А если бы у нас группа была не SO3, а O3? Полная группа ортогональных примеров, не только специальных. То есть попадали бы еще туда, в эту группу, такие ортогональные преобразования, у которых определитель равен минус единице. Или мы их называем не собственными поворотами, а зеркальными поворотами. Вот с зеркальными поворотами, чтобы было. Если у нас есть такие матрицы, типа минус 1, минус 1, минус 1, то мы в группе вращения добавили инверсию. Относительно инверсии величины себя ведут по-разному. Некоторые меняют знак, некоторые не меняют знак при инверсии. У них соответствующие названия. Но названия сами зависят от ранга, от вот этого G. Значит, истинный тензор. Он, у него вот это вот P преобразование четности в минус, единица в степени L. То есть, вот если вот так преобразуется на минус единицу в степени, так это истинный тензор. Или если про вектор иногда говорят, полярный вектор. А если вот не так, то аксиальный или псевдо. Что-то мне здесь мел не пишет. Давайте здесь. Собственное значение оператора инверсии такое. Это вот что значит. Давайте L равно нулю возьмем. Вот здесь вот у нас самый первый пример был, который я стер. Скалярное представление. L равно нулю, знак не должен меняться. У истинного скаляра знак не меняется. У псевдоскаляра знак меняется. Например, EH скалярное произведение, псевдоскаляр. Вот. Что? Теперь дальше. Вектор. Вот векторное представление. У истинного вектора вот знак меняться, минус единица в первой степени. А у псевдовектора как раз не будет меняться, например, магнитного поля. Вот. Ну, это, соответственно, с тензорами высокого ранга также. То есть само определение зависит от ранга этого тензора. Но если вот то, что мы сегодня рассматривали, все время рассматривали, SO3 взять, по отношению к вращениям совершенно ничем не отличается. Истинный тензор и псевдотензор ничем, никак не могут быть. Они отличаются только поведением при инверсии. Поэтому вот это вот отличие, там тензорное, псевдотензорное представление, все появится только для полной группы ортогональных преобразований. Вот три. Если у нас группа специальная, то совершенно не важно. У нас настоящий скаляр, или настоящий тензор, или псевдотензор, псевдоскаляр. Все, на сегодня достаточно.